Обзор пихты сибирской трехлетка. Пихта сибирская трехлетка. Пихта сибирская. Ну вот, можно видеть саженцы. Ну, у них стволы уже очень такие. Она как проволока. Как проволока. Также будет на нашем сайте. Отсылается почтой и с деком транспортной компании. Здесь ее около 3000. Ну, все, продавать мы не будем, естественно. Ну, 10 сантиметров есть. Ну, на следующий год 4-летка она будет. Эта 3-летка будет хорошая. Имеет уже по 2 почки. Ну, там дальше, вот, если можно смотреть, там прекрасные экземпляры есть. Пихта сибирская тоже растет. Растет тоже на жаре, нормально она себя чувствует. Тут как бы проблем с этим не было. Никогда она нормально выживает. Корневая у нее мощная, очень мощная, да. При выкопке мы в прошлом году выкапывали, смотрели. И когда ее в пучок сворачивается, она довольно-таки хорошо пахнет, так приятно. Ну, действительно. Вот, действительно, сибирские растения настоящие, которые естественно, которые в тайге растут, они пахнут очень хорошо. Что есть зеленая, что пихта.